В Дворце детского творчества города Якутска прошел первый фестиваль анимации «Мультляндия». Маленькие посетители попробовали себя в роли аниматоров в самых разных стилях. Мультфильмы из песочных рисунков, лего-анимация, покадровая съемка фильмов, фотографии и многое другое вызвали большой интерес как детей, так и их родителей. В фестивале принимали участие ребята самых разных возрастов. Главная цель, как рассказывают организаторы праздника анимации, показать всем желающим, что делать мультфильмы может каждый. Главное – захотеть. Все думают, что это сложно, но с развитием современных технологий, да, у каждого есть телефон, у каждого есть фотоаппарат, мультики может сделать каждый. И мы хотим, чтобы дети развивали свое творчество, мультфильмы делали, да. А почему это так важно? Потому что, когда делает мультик ребенок, это и озвучка идет, это и рисование идет, это и планирование идет, да, заранее надо знать, сколько чего нарисовать, планы и так далее, да, все это двигать. Мне кажется, это все развивает ребенка всесторонне.